исполнении Лены И лучшие композиции. Ну а пока ждем ее оценку. На ваших экранах Виктория Данова. Недавно в прошлом первый, а ныне, наверное, все-таки уже второй номер болгарской команды. А тем временем в студии начинают потихоньку выставлять Елене Ветриченко оценку. У меня есть возможность посмотреть буквально, что поставит каждый. Так вот, за артистизм все четыре арбитра выставили Лене максимум 5. За исполнение 9-8. Абсолютно все арбитры выставили. И вот, наконец, последняя оценка за техническую ценность. Итак, окончательный результат 9900. Очень высокая оценка, хотя, конечно же, Елена Ветриченко умеет получать и более высокие баллы. Ну, а Виктория Данова продолжает упражнение с булавами.